Всего в сильнейшей польской лиге выступают 4 наших земляка. Самым рейтинговым среди них является Илья Казнадей, дважды становившийся чемпионом Беларуси, имеющий опыт выступления в КХЛ за «Динамо» и на чемпионате мира за сборную. В межсезонье хоккеист из Немана перебрался в Тихи Андрея Гусова. Созвонился я с Андреем Леонидовичем. Как-то мы сразу договорились, что я уже, не стал ничего дергаться и искать чего-то. Еще, наверное, в конце мая либо определился. Уже привык и, можно сказать, и язык освоил их, он не такой уж и тяжелый. Как тренер по-польски говорит, я больше понимаю. А если ребята говорят быстро, то вообще ничего не понимаю. Даже без Андрея Леонидовича было бы тяжело, потому что где-то может и помочь, подсказать. В 18 матчах польского чемпионата Казнадей забил 4 шайбы и сделал 6 передач. Сразу 7 очков из 10 защитник набрал в большинстве. Гусов активно использует Илью в спецбригадах. Коэффициент полезности Казнадея – минус 3. Эти цифры соответствуют привычной статистике игрока. Однако легионерский статус требует большего. С собой не на 100% доволен. Небольшая травма у меня была. Пропустил 2 игровые недели. Буду наверстывать. Легионеры за рубежом – это люди, на которых должны ходить болельщики, это люди, которые должны быть на голову сильнее местных хоккеистов, поэтому жду от Ильи более солидной игры. В конце декабря Казнадей и Гусов завоевали первый польский титул. В финальном матче Кубка страны переиграли заклятого врага – Краковию 6-5 в овертайме. Это хорошо и в плане психологии, ведь команда из Кракова – основной конкурент их в борьбе за чемпионство. Всем всегда довольным нельзя быть, но мы стараемся, если идем на первом месте, то значит и все хорошо. В Гданьске под руководством белорусского наставника Андрея Ковалева играют двое наших соотечественников. Нападающий Михаил Самутенко и голкипер Максим Городецкий. В Беларуси особо предложений не было, в Бресте оставаться не хотелось. Понимал, что в первую шестерку попасть сейчас практически нереально. Там все занято, где-то опытные вратари, где-то молодые, перспективные, сразу после молодежки. Появился вариант с Польшей. Парень с командой у меня, мы в прошлом году вместе играли с Патриком Высоцким, он поляк, он сюда приехал, сказал, что, в принципе, я заинтересован. С самого начала, когда я уже узнал, что Андрей Робертович здесь будет тренером, там Гусов в Тихах будет тренером, я имею польские корни и все резюме порассылал во все клубы. Вот. Ну и здесь откликнулись, захотелось посмотреть на европейский хоккей, это какой-то новый вызов все-таки. Интересно было. 21-летний форвард Михаил Самутенко находился в системе родной юности, однако в главную команду так и не пробился. Хотя в минувшем сезоне был одним из лучших бомбардиров, ставшего чемпионом высшей лиги юниора. 65 очков. Там от капитана отыграли хороший очень сезон, но уже по истечению сезона уже дали знать, что не рассчитывают. Только на тренировках. Только на тренировке подтягивали, но шансы не дали. В принципе, в 96-м году так получилось, что не дали шансы. В принципе, никому. 22-летний вратарь Максим Городецкий в 2015 году помог белорусской молодежке выйти в элиту и был в составе Немана, завоевавшего континентальный кубок. Пробовался и в «Динамо» молодечно, но чаще всего выходил на лед в форме Бреста. Когда собирался сюда, очень сильно переживал, чтобы это не было шагом назад. Но сейчас сюда приехал, не жалею вообще, потому что в плане какого-то профессионализма и тренировочного процесса, и вообще полной организации, и каких-то возможностей для дальнейшего развития здесь больше, чем, еще раз повторюсь, во второй шестерке. Если сравнивать с Брестом, например, я получаю в 5 раз больше, чем в прошлом году. Но условно в молодечном я получал больше, чем здесь. Плюс ко всему, здесь Европа, здесь не так за тобой никто не носится. Здесь потренировался, пошел, и ты сам себя готовишь кушать. Нам клуб дает жилье, мы живем четвером русскоговорящие, с питанием и все остальное, все вопросы ты решаешь сам. В Беларуси с этим проще, там все организовано. Покормили, напоили, одели и все. Самусенко заработал в нынешнем сезоне 12 очков в 19 играх, но пропустил полтора месяца из-за травмы. Статистика Городецкого – 88% отраженных бросков, надежность – 3,42. Хорошо начал чемпионат, регулярные, а потом получилась такая неудачная ситуация, аборт сломал руку при столкновении. Своей игрой недоволен, статистика не очень, не знаю, почему так. Играем в такой агрессивный хоккей, в атакующий, бежим, бросаем, но против нас очень много контратак, поэтому немного сложновато играть, но интересно.
Гданьск – молодой прогрессирующий клуб и сейчас занимает высокое для себя 6-е место в польской лиге. Команда должна попасть в плей-офф, хотя задача стоит не вылететь в низший дивизион. Как мне один тренер по вратарям сказал, у нас белорусы начинают на тебя смотреть только когда ты куда-то уедешь. То есть пока ты играешь дома, на тебя никто особо как бы внимания не обращает. Я не знаю, я не хочу далеко загадывать. Как бы меня, в принципе, сейчас здесь все устраивает, лига растет. Это точно не шаг назад, я думаю, что может и шаг вперед. Все-таки чемпионат тоже очень интересный. Любая команда может зацепить любую. Вот. Нету такого дисбаланса, вот, как, например, условно между нашим Брестом и, например, Неманом. С высоко поднятой головой смотрим в плей-офф, вот. Хотим зацепиться там. Есть наши и во второй польской лиге. В Сосновце базируется команда «Заглембе». Здесь выступают двое белорусов. 20-летний нападающий Владислав Черневский и 25-летний защитник Александр Дегтярев. Черневский переехал в Сосновец из Гродно, где в составе «Немана-2» в прошлом сезоне был одним из лучших бомбардиров. Да, в «Неман» чемпионы, сложно туда попасть. И там очень высокие задачи, и молодежь слабо подпускают. Здесь сыграл, получается, в том сезоне друг, и как бы... Я хотел попробовать взрослым хоккея и вот спросил у него, можно приехать на просмотр. Летом приехал, попал в команду, как бы и остался здесь. Дегтярев уже несколько лет ест легионерский хлеб. Даже в Польше ранее играл за Новый Тарк. А два крайних сезона провел в украинском Кременчуге. Как вы знаете, в Украине чемпионат сделали то, что 25+ нельзя. Вот. И я как всю жизнь катаюсь за границей. Искал Польшу, но как бы с белорусскими документами тяжело пробиться в экстралигу. И где-то еще в Европе. И поэтому, ну вот, знакомый тут играл, я ему позвонил, он сказал, да, нужны защитники, я приехал. Дегтярев, несмотря на оборонительный статус, второй по статистике в команде. 23 очка в 18 играх. У Черневского 19 баллов в 17 матчах. Заглембе наряду с Торунью Юрия Чуха – основной претендент на повышение в классе. Наверное, здесь уровень такой, что только 4-5 команд хороших, а остальные... Как бы, чтобы не обидеть, так себе были, а, ну, как бы, неплохой. Хотелось бы, конечно, получше, по много брака, скорости не такие, допустим, даже как в Украине. Там постоянно было дерби Донбасс, Кременчук, там были, ну, очень большие скорости. А тут, ну, можно сказать так, чуть-чуть вальяжно. Ну, тренировки вечером, тут как бы такие ребята, многие работают. Все равно тянет на родину и тяжело. Всегда. Как бы еще молодой и не знаю. Ну, просто хочется и попробовать и белорусскую экстралигу тоже. Когда посчитаю то, что уровень мой, тогда вернусь. Что ж, пожелаем белорусским игрокам в Польше турнирных успехов и личного профессионального развития.